4 марта в Софии состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с премьер-министром республики Болгария Бойко Борисовым один на один. На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами успешно развиваются в различных областях. Было подчеркнуто значение того, что наши связи достигли уровня стратегического сотрудничества. Отмечалось, что имеются хорошие перспективы для расширения экономических связей. В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по различным сферам двусторонних отношений.